Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это ФФА-сериал аж на восьмерых человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Sid Meier's Civilization 5. Карта Пангея, и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом все. Приятного вам просмотра. Все-таки мне там XCOM. Ну, пограбил. Тоже неплохо. Убил. Так. О, XCOM-ы уже у кельта. Как война против Германии. Ну, все меньше и меньше войск становится. Я вот думаю, что может мне не надо уже больше с немцем воевать-то, надо готовиться воевать с кельтом. Пускай они там друг дружку пилят. Блин, Сиам, не надо мне войска сливать. Мне эти войска не нужны уже. И апгрейдить мне их некуда. Ну, хорошо, я просто думал, что это же типа война и все такое. Ну, сейчас у нас уже другая война на других юнитах. И куда мне вот арту, например, или даже генералов куда мне? Я ж не буду... Я не граничу с ниндзей, чтобы генералов куда-то... Ладно, этого генерала я оставлю. Присоединю тут уран обычным способом. Ладно, поставлю его здесь. В сон. Ой. Ой, слушай, Сиам, блин. А, это я спать уже, типа, хотел. Я хотел поставить генерала в сон просто там. Ну, чё, как, что сделать? Сиам. Ну ладно, у меня есть генерал, в принципе, думаю, мне больше не понадобится, по крайней мере.
сейчас, поэтому я оставшуюся, типа, ну, в общем, верну себе эти земли. Ну да, ну тут генералы уже особо не нужны, на самом деле. Так что можно тратить... О, ну ты ниндзя Мстюн великий. Великий Мстюн ниндзя. Кинул на меня атомку, прикиньте. И куда он кинул? На Тонгу. Так, ладно, вернем капер. Проапгрейдим. Что у меня, кстати, еще не проапгрейджено? Вот это. Трою еще ядерку. У меня уже ядерки есть. Так, адмирал, генерал, рабочий, каргашип. Паратрупер. Ну, собственно, все уже апнуто. Теперь стелсы надо. Я, блин, даже и не знаю. Кёльн вроде бы Оксфорд строится. Где? В Кёльне. В Кёльне? Нифига себе. Ниндзя хотел нас. В Берлине экскомы, в Гамбурге подлодки. Ничего нового. Ну, надо мочить. У тебя экскомы надо. Тоже есть, кстати. Надо кидать. Вы обратите надо внимание не на меня, а на не кого? На меня внимание. Снова вот, кстати, на... Стрелки. На шведа и вот этого подлого пленизидинца. Ты, Кельк, лучше не Эдинбург обставляй экскомами, а ты атакуй, а не жди, когда к тебе немец прилетит. Ты ж немец? Атакуешь, ты можешь, ты ж кидаешь бомбу. Очень проблемно туда улететь к нему. Как проблемно, блин, экском где угодно высаживаются. 40 лет так предел. Сейчас проверю, там высаживается, нет. Я тебе могу сказать, что если у меня из Венеции высаживается, то значит у тебя... У меня высаживается только в Гамбург, Берлин полностью обставлен. То есть у меня, ну, не вариант. Он же уже позаботился, там обставил. Там есть радиус, Лёш. Да, и радиус тоже есть. Что радиус? А у тебя что, не сидят шпионы в городах? Сидят, но все равно, даже если сидит шпион, то дальше 40 клеток не получится запустить. Да ты смотри, ты ко мне высаживайся, и Леша тебя бомбит. Мы договорились с Кельтом не бомбить Леша, друг друга. Леша, одолжи мне алюминий, пожалуйста. Ну, алюминий ценный ресурс вообще-то. Я его могу купить. Купить? Да у тебя денег нету. Есть. Ну давай, ладно. Давай так. Ну вообще, после всего, что я сделал, мне кажется, что мне полагается хотя бы одна единица бесплатно. А зачем тебе алюминий, я не пойму. Ну как бы ГЭС строить.
Ага. О, у немца денег нету. Что у кельта? Кельта получше, а что у шведа? У шведа вообще все зашибись, между прочим. Ну, по деньгам я первый. Алюминий тоже неплохо было бы добраться. Ну, у Гену еще уран есть. Напоминаю, мировой лидер, каждый голосует сам за себя. Блин, а тут же можно... Блин, эти лаги просто капец. Я забыл, что у нас тут это открыто. Не надо. Мне это надо, блин. Все, у него больше нет подлодок. Но меня он тоже сильно покусал. Может быть, уже заканчиваем на этом ходу.
Может, еще хода два. XCOM. Стелс-бомберы. Может, World's Fair. Ну, блин, он с кельтом воюет. Неужели он будет со мной воевать? Стелс-бомберы требуют алюминий. А почему меня из Берлина выкинуло, кстати? Это ж у меня в Берлине сидел шпион. Странно. Со мной торгует. Я тут 34 золота вход имею чисто с того, что со мной торгует. Неплохо. Может, еще всяких караван-сараев поднастроить. Сейчас я вам линкорами помогу забрать Мюнхен. А Гамбург ты забрать не хочешь? Ну, сначала Гамбург, потом это. Окей. И сжег город. Правда, бомбер у него там. Да. Аж 4 штуки. Да. Проблема. У ниндзя уже стелс-бомберы. Я бы даже сказал, ниндзя-бомберы, да? Блин, я уже, наверное, не заберу его. У меня стелсами мощная эсминец, который должен был брать Гамбург. Отлично. Ну да. Уже убил. Тебе надо бомбу было кидать на те города, где у него самолеты сидят. У меня будет скоро бомба еще. Кстати, как насчет в Конгрессе предложить запрет атомного оружия? Или мы тогда не сможем его... Ну, не сможем. Вы можете мне деньги дать, я еще куплю себе бомбы. И пойду. Да, я тут ходил. Я уже не бомба, а ракета. Можешь мне дать? Заплатил, поэтому можно было. У него достаточно денег, он мог бы передать. Швед, скинемся. Ну, как бы мне тоже и на ядерку надо будет. Хотя ладно, давай, поскольку. Сколько стоит? Сейчас я гляну, сколько стоит. А два урана можешь кто-нибудь мне дать еще? Передачу. У меня пока не обработано. Стоит 1680. Ну. А чего ниндзя не скидывает? 800, наверное, дать. Не, ну да, у Кельта есть 300. У меня просто по 700. Сейчас строится одна ядерка в городе. У меня 0 урана. 800 тогда. Уран мне еще найдите тоже.
меня уран только через 2 хода будет. Ну, через 2 хода тогда уже. У тебя есть уран, швед? Нету. Его только надо обработать, и то он на границе. А тут народ повыходил, интересно. О, нуклея. Так, блин, а чё я еще не открыл? Так, сделаем. Что, я первым? Нет, швед все-таки. Я, блин, забыл просто про эту фигню. Но зато закрываю. Стоп, подождите-ка. У меня есть что взять-то с закрытия? Я нормальное. Космос. Я только ракетостроение открыл. Вообще-то я вообще не дорос. Думаю, подождать один, вот два хода или сколько, и открыть что-нибудь более ценное. Например, вот мобильную тактику. Поэтому давайте-ка возьмем. Они ужасные. Покупка золота плюс 15%. А что выставку видел? Швед. Швед. Так, на 215-м закончу. Закончим, хорошо. Отлично. Так, а где атомные электростанции? А, следующим ходом. Блин, захватит Милан это дело. А почему шедеврами никто не меняется? Не, потому что их никто не делал. А откуда тогда туризм? А ты Эйфелевой башни. От чудес. Интересно, почему у меня 3 туризма, а не 2. А Парфенона у меня было 2, а что-то 3 сейчас стало внезапно. Вроде ничего не принимал на туризм.
Может быть, там какие-то святыни дают туризм или еще что-то в этом роде? Нет, клетки туризм не дают. Нет, не клетки, в смысле, есть же такой пантеон. И пантеонов на туризм нет. Ну, значит, религия или еще что-то. А, это, по-моему, если мировую религию ты какую-то принимаешь, ну, в смысле, так сказать, международную религию, то типа каждая ее святыня дает очки туризму. Не устаю радоваться тому, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS — это электронный справочник с картой города, в котором уже больше 250 городов России и еще 8 стран мира. Недавно у них вышла новая версия, и одна из главных фишек, которая, например, мне очень нравится, то что обновление карты не требует заново загружать приложение. Да-да, динамические обновления карт и каталога 2GIS происходят без переустановки программы. Обеспечения. Так что заходите на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачивайте справочник для нужного вам города. Блин, эти ядерки не сажаются на авианосцы. Отлажу. Да, но они сажаются на атомные подводные лодки. Но у них еще выйти надо. А как ты в прошлый раз привез? Я приносил атомные бомбы на авианосцы. По идее, у многих же есть робототехника, и можно на ракетных крейсерах приносить. Нельзя, я пытался туда засунуть, ничего не засунуло. То есть нельзя на ракетных крейсерах класть ядерки, да? Да, но я уже потому что... Но это слово ниндзя, поэтому... Блин, у меня... Подожди, я бы тебе уже привез бы ядерки, если бы я получилось мне их туда положить, поэтому я одну сбила и две просто в этого шведа кинул. Такое разочарование, что даже на себя сбросил, да? Ну, там на себя еще сбросил, чтобы эти отвалили. Да, он там моих экскомов положил. Нет, в цивилопедии написано, что ядерная ракета может быть на борту атомной подводной лодки или ракетного крейсера. Ну, ядерная... ты можешь построить и убедиться. Нет, так слышишь, ядерная ракета, а ты, ниндзя, пытался бомбу запихнуть. Понимаешь разницу между ракетой и бомбой? Ну, как бы, когда говорят ядерка, я просто не совсем понимаю, это подразумевает именно ракету или бомбу? Ну, потому что у нас неправильно говорят, потому что ядерка, это ядерная ракета, ракета ядерная. Ну да, все. А бомба атомная, это атомная бомба. Бомба скидывается с самолета, а на авианосец она садится, потому что с авианосца взлетают самолеты, которые эту бомбу кидают. Так а в чем тогда, я просто не могу понять проблема, то есть если уже... Ну, как минимум, не знаю. Наверное, все, кроме меня, вышли в XCOM. То в чем, собственно, стоит построить ракетный крейсер на него? Я уже его строю, все, но... Никогда просто не строил эти ракетные крейсеры. Я всегда ядерки на авианосце. Ну, то есть, сапанки. И на подлодку. Блин, я если бы знал, что на авианосце кинуть, я бы раньше привез бы на кого-нибудь, а так я вышел... Ведь ракетные крейсеры. Ну, ждал, покуда выйду. Да, цивилопедия часто бывает полезнее, чем кажется. А, меня тогда убили в Берлине. Шпиона, точно. Вспомнил. Нам уже не построить там ничего. Эти крейсеры. У меня тут все контролит мои подлодки, ему уже выход закрыт в море. Ну, он может поставить город где-нибудь в другом месте. Но это я планирую, я все побережье вижу. Да, и денег у него нет, кстати. Минус 140 в плюсе. Интересно, посмотреть, сколько денег еще у кельта. Тоже минус. Ну, минус 21 это не так
страшно, как минус 140, тем более, что я думаю, он там... Так, я могу уже покупать ученых за веру. Не понял, почему я могу только... А, я еще не закрыл, да. Сейчас я закрою. Так, что мне взять? Сателлиты. Блин, нельзя мобайл все-таки. Ну, наверное, экологию тогда. Так. И вот теперь можно покупать ученых. Я сейчас практически двух ученых очень быстро куплю. Последний ход. Да ну вас. Ну да, и сделаем сейф. Это уже 4 часа ночи. А я так ждал эту игру сегодня весь день. Прям в нетерпении. Ну и нормально же сыграл, что тебе. А мы уже заканчиваем. Так, а что тут дает эти International Games? Ну, туризм нафиг надо, инфлюенция на города государства нафиг надо, и счастье... Ну, этим я заниматься не буду. Это, по-моему, фигня какая-то. Фиговые бонусы, в общем. Кельт уже первый по науке, но он вышел вот сюда. Сателлиты, вот это вот. Давайте глянем Эдинбург. 171 продукции, 312 науки. У меня Гонолулу. Ну, похоже, конечно. Но у него место лучше для... Видите, у него производство тут больше. Нафига он держит? У него же свобода вроде принята, ну... Нафига он держит? На следующем ходу делать сейф, да? Да. Кельта, нафига ты инженера держишь? У тебя ж уже никакое чудо не построишь, и у тебя ж свобода, у тебя деньги. Не знает. Ну, я просто еще не брал это, ну, ту политику в свободе, которая дает плюс к очкам. Какой плюс к очкам? Ой, не плюс к очкам, а плюс к строениям великих людей. Ну, там, академия. Ну и что? Все, сделал сейф. Сделал сейф. Хорошо. Ну, значит, давайте договоримся. Подождите, завтра человек, я так понял, с 7 вечера до 10 вечера его не будет. Ой, Кель, смотри, вы мне 3 города уже побомбили. То есть у меня уже все. Так это Кель, ты побомбил тебе 3 города? Ну, так я же об этом не говорю. Ну как все? Ужасно, Кельт.
как все, если в демографии ты все равно на первом месте по населению. Открываешь демографию. Первый по населению, первый по еде, первый по производству. Вот. А это с прошлых годов осталось. Кель, ты второй же, да, по производству? Насколько ты отстаешь от немца? На 130. Ну, во, на 100. То есть считай на четверть. На четверть. У тебя на четверть больше производства, чем у нас. И ты еще там что-то жалишься. Первый по науке все равно, ну офигеть. Я только первый по золоту. А чего первый по золоту? Вы мне караваны, что ли, пускаете? А, ну да, 5 караванов ко мне бегает. Я к тебе пускаю Венецию. Да, Сиам и Швед еще пускает. В Гонолулу. Надо мне в Гонолулу какое-нибудь здание еще, которое мне денежку даст с ваших караванов. Караван-сарай. Слушайте, а караван-сарай действует только на свои торговые пути или на чужие тоже, в которые в мой город входят? Никто не в курсе. А там должно быть написано, вроде... Тут написано, и на что, те, что ты пускаешь, дает но... два дополнительных золота, когда соединен с другой цивилизацией. Ну, не написано это. Я должен пустить караваны? Слушай, немец, а ты под лодками своими случайно там где-то во льдах не прячешься? Не как прячешься? Ты догадался? Подожди. Ну, сейчас я проверю своими тремя. Давай. Буду тебя оттуда выкуривать. Зачем ты ему рассказываешь, сколько у тебя подлодок? Да я не думаю, что у него там есть много. Я уже все сбил. Да у меня, естественно, нет уже подлодок, поэтому уж расслабиться в этом плане. Ну, короче, смотри, я сейчас попробую как-то шведа немножко притормозить, а то он наглеет. А ты, ну, хотя бы, я не знаю, Сиам остановил, потому что... А не, ну, лучше ладно, сейчас пока что Леша как... По самой последней. Я вот тоже, ну, мне интересно, открываю демографию и думаю, в каком месте швед наглеет. Это единственная наглая немецкая морда. Чего? Вы сами это верите, что вы говорите. Так. Кто-нибудь строит международные игры? Нет, никто не строит. А смысл? Они дают... Там есть такой полезный пункт, плюс 30 к отношению с ГГшками. В принципе, может помочь. У меня никаких отношений с ГГшками нету. У меня как бы война, так что засуньте свои ритмы. Хотя, может, построить действительно. Ну, ладно, сначала надо атомные станции построить, а тогда... Можно International Games. А как же соревнования по бегу с счетчиком Гейгера в руках? Да, особенно немец там будет, да. Гули будут носиться такие. Так как я отстаю по науке, я предлагаю мир немцу. Все равно мы тут. А, ну ладно, хочешь ядерку пущить? Ладно. Леша, а куда мне кидать ядерки на немца, на какие города? На все. Ну, у него вокруг Мюнхена стоят, но правда у него стоят экскомы, то есть там надо хотя бы две штуки, наверное, кинуть, чтобы они убились. Не, я думаю, не на Мюнхен, а лучше на Теночтитлан, потому что он в глубине, и там 27 жителей. А, да, Теночтитлан, да. Ты же его видишь? А, ты уже, наверное, открылся эти спутники, ты уже должен все видеть. А, кстати, Кельт. Я не открыл спутники, я просто ядерки кидал, у меня разведлась территория ядерками. У тебя нету недостаточности урана, ну, в смысле, урана хватает. Сиам, у тебя 15 секунд пинг. 20. Все, отлагало. Урановая недостаточность. Такой знаменитый. Ну, давай. Здесь такой снежный... Островок. Мне еще приплыть там надо. Скажешь, когда будешь на Теночтитлан кидать? Я хочу посмотреть. Само собой. У него, кстати, сейчас в Теночтитлане 4 бомбера. Так что неплохо зайдет. О, в Гамбурге построил... Ракетный крейсер в Гамбурге построен. Да, я слежу за этим. Упс. Спалился.
Где же тут наши подлёдные друзья, немец? Неужели их нет? Очередной концерт у Лампанга. Come on! Well. Интересно, вообще хоть как-нибудь... У меня вообще ноль туризма, мне этих музыкантов девать некуда. Интересно, есть какой-то давление? Да, 4% на Сиам у меня давление туризма. Так а зачем было вообще гильдии строить? Ну, культура. Так а смоточная культура? Что? Полинезия вообще очень культурная нация. И что? Культуры никогда мало не бывает. Много, точнее. У меня вообще полнейшее отставание по культуре. Это просто ужас. Ну, самое больше всего туризма у Германии. Кстати, скоро уже 10% на Сиам от Германии будет. Уже начнет на тебя влиять потихоньку. Экзотикой станет. Так, куда у меня тут бегают? Самоган. Так. 3 в Гонолулу, 2 в Тонгу. Давайте, наверное, пустим. Чтобы быстрее восстанавливалось на еду. Мне, кстати, в порядке вот третий уровень, по-моему, никакой не понадобится. Инженеров у меня нету, чтобы достраивать, и рождаться они не будут. Дополнительная еда от караванов только там для наземных караванов, так что я вот приму сейчас 5-летний план. И, в принципе, все. То, что я хотел, вот тут еще 5-летний план возьмем. Хотя у меня не так тут много производства, чтобы 5-летний план тут особо его много дал. А какие уникальные войска дарит София в этой игре? Ну, наведи там на его. Когда наводишь? Ну, я просто не открыл Софии. Терции, по-моему, если они, если мне память не изменяет. Казаки. Сейчас я гляну. Казаки? А, ну да, она мне дарила, когда я был союзником. Чуть я с Гонконгом воевал. Так, ну, да, и все-таки все. Нельзя. Как ты так сильно по науке вырвался так быстро? Было ученый, у меня 1000 науки вход. Он сжег ученых, дождался до лабораторий. Ну, а я всех своих сжигал, только появлялись всю игру. Он же еще Оксфорд построил. В смысле, все Оксфорд построили? Походу, не все. Плюс у него еще процент от порядка идет за фабрики. Не идет пока. Да ладно, кто тех успер, признавайтесь, в Гонолулу? Давайте-ка, наверное, пересадим моего самого прокачанного шпиона в Гонолулу. Так... Science Funding и International Space Station. А что International Space Station дает? О, это прикольная штука. Футуризм можно принимать или нет? Можно. Это в командной игре. В командных играх нельзя. Ты уже его увидел? А, нет, где смотреть? А, вижу, да. Ну, следующим пором кидаю тогда на Теноштетлон. Давай. Ну, во льдах его вроде нету. Его лодок. Все тут прошерстил.
Не знаю, блин, голосовать, но это ж ниндзя очень хорошо пойдет. Но с другой стороны, он там вряд ли... Да, он XCOM строит. Ниндзя во всех городах XCOM строит. Можно спокойно брать Мюнхен, кстати. Там я расчистил очень неплохо. Кстати, да. Ну, просто он думал, что я типа ничем не отвечу. Я ответил. Кельт, можешь хотя бы тремя экскомами вокруг... А, ты его не видишь? Ты Мюнхен не видишь, да? Нет, не вижу. Ну тогда вокруг тебя начнут ладно будешь. У тебя где-нибудь вообще сидят шпионы у немца? Только в Гамбурге сидят. Ну так может ты на Гамбург кинешь и там высадишься экскомами, и его попытаешься взять? Что тут важнее взять города, чем просто обстреливать? Я вот думаю, кидать на Гамбург или на Берлин. Может все-таки на Берлин? Тогда тебе... можно вокруг Берлина высадить. Тут... Можно пересадить шпиона в Берлин. Так он будет пересаживаться несколько ходов. А у тебя уже сейчас сидят, понимаешь? Это все по времени отставания. Я считаю, что надо кидать на Гамбург и высаживаться вокруг Гамбурга сразу своими экскомами. А я вот сейчас попробую, может, Мюнхен взять. А у тебя сидят на шпиона в Гамбурге? Нет. У меня в Теночтитлане, в Кёльне и в Мюнхене. Швед, если я возьму Мюнхен, я его тебе отдам, да? Да. А дальше там... Короче, готовьте, скоро и Берлин будем брать. Ядерка туда, ну, немец не захотел мира. Как говорится, получай фашист гранат. Швед, а у тебя есть чем обстрелять Мюнхен самолетами какими-нибудь? Есть, есть. Потому что мне не хватает силы экскомов. Если ты побыстрее это сделаешь, то возьмем Мюнхен. Потому что он мои экскомы обстреливает, я не успею просто. Да. Ну, минус один экском, швед. Блин, ну так быстро? Минус 2 экскома. Ну что значит быстро? Ну в начале хода надо что-то делать. Вот чем ты сейчас занимаешься? Так бомбардировал Мюнхен. Я только один бомбардировщик достал. А боже. Отлично. Ну штурмовых бомбардировщиков мне, к сожалению, уничтожил. Нет. Ну значит мы Мюнхен не берем. Давай возьмем. Он же высадился тоже экскомами вокруг Мюнхена. В общем, можно проблема опять... Проблема в том только, что у него у Гамбурга 167 защиты, и даже экскомами будет проблемно его забрать. Даже 4 ядерки. Если ты 2 ядерки бросишь, 2. 2. И сразу высадишься вокруг Гамбурга 4 экскомами, то ты его возьмешь. Блин, уже не успеваю, он ставит юниты свои. Ну вы быстрые ребята. Надо запоминать, запоминать горячие клавиши. Потому что тут было 27 жителей, по-моему, в Гамбурге, стало 8. Ну скидывай.
А если я кину на тайл ниже тебя, Щетлана, его же все равно заденет, да? Да. Сейчас, подожди, я гляну, может, на Светлане есть этот убежище? Так, на всякий случай. Давай. Нет, нету. Летит. Ох, как да, красиво. Да, 9. Все, уже первый кельт по производству. Ну, я думаю, усмирение немца можно прекращать пока. Кельт нам рассказывал про производство какое-то. Ну так да, тебя, правда, сказал вообще. Тебя же два города снизили. Я даже конкретную цифру называл. Можно не первым быть. Блин. Сколько у меня турана? 4. Тут 4-8, то есть на... Международную космическую станцию надо строить. Что-то можно уже с немцами мириться? Или не стоит? Ну, фиг знает. Я думаю, ну, мне с моей стороны, точки зрения, то мириться не стоит, но как бы особо на меня уже не стоит акцентировать внимание. Ну, я предлагаю тогда мир, ниндзя. Только ниндзя и со шведом тогда тоже мир заключаешь. Так я уже принял, поздно. Что поздно? В смысле, вы уже предложение кинули, я его принял, то есть условия до этого не было. Ну, ничто не мешает опять на тебя кинуть атомную бомбу, и мир этот разрушится сразу. Точнее, не на тебя, а рядом, но мир разрушится, так что... Я же Defense Pact с тобой не заключил. Оборонки кельт не буду заключать. Ну, то есть это конец их вид, тут оборонки никто не заключает. Ну, блин, придется тогда стоять под лодками под тобой. Подожди, ты мне Гамбург разрушил, я не настрою ничего. Да кто тебя знает? Что от тебя ожидать? Все его знают. Никто меня не знает. Ха-ха-ха.
Ты лучше иди к Лёше, потому что вот Лёша сейчас к тебе повезёт всё. Всё сейчас повезу. Да. Хлопок, сахар. Детали строят. Кто? Кто детали строит? Сиам, ты у нас единственный, кто проект Аполло построил вообще-то. Не хочу тебя расстраивать. Единственный, кто у нас детали может строить, это ты. Ну так я понимаю, но я не могу физически строить детали, потому что я очень сильно отстаю по науке. Вообще было бы неплохо каждому построить проект Аполло. Блин, а чё я не включил? Ай, блин. Я тут варварские икскомы возле границ. Варварский XCOM? Прикольно. Так. Блин, а зачем это вообще обрабатывать? Зачем я это чиню корову? Он все равно не обрабатывает Венеции. Слышишь, немец, заключай мир. Ты же заключился все. Заключился шведом мир, да? Да. Сиам, давай с тобой заключу. Ниндзя, предложение. Ничего не построено, что ли? Прикольно. Может, на производство лучше? Мои, значит, в Гонолулу еда, еда, производство, еда, производство, производство, еда, отлично. Так, тут производство. Тут производство. Ну, здесь тоже пускай будет. Ой, да чтобы ты все-таки пошел к Даше. Потому что группа стоять около Гамбурга, в которую еле-еле 30 производств у нас скрылось. Так, что нам говорит демография, что уже везде первый кельт. Кстати, у меня еще ученый сохранен. Сорок 5%.
Я еще даже на второе место не иду. Блин, вот кто первый закончит эту станцию, конечно, очень хороший бонус даст. Я, блин, забыл про нее. Вот зачем Кельт строит фаервол вместо того, чтобы строить... А, нет, строит уже. Видимо, переключал там. Везде у меня Space Station строится. У меня тут нефти на воде нету, да? Вот еще в Венеции можно купить лодочку. Все. Так, а там... Уран можно больше не охранять. А запрет атомного оружия предложили, нет? Просто сейчас не видно там выборы мирового лидера. А смысл его уже предлагать? Как раз таки есть смысл. Да. Потому что кто-то начнет копить детальки, а тут такая оп, бомба прилетела, и поэтому кое-кто не хочет этого. А, то есть и Полинезия, и Сиама, и Швеция между собой нету таких договоров, да, против ядерок? Нету. А, тогда да. Ну, у нас защитные пакты между собой, так что какая разница? Ну, они могут и истечь. Знаю, когда мне тут... Да и их можно обойти. Когда мне лучше... Легально. А сейчас, наверное, использую уже ученого. Или подождать еще. Так, тут надо... На ученого, да. Блин. Слушайте, посмотрите, как мы ровненько идем. Между первым и четвертым местом 70 очков всего лишь. Я такого давненько не видел. На 100% завершен. Так, а что тут? Киты, шелк, соль, шелк, киты, шелк. Вот шелк у кого-нибудь есть? У ниндзя специи и вино. Видимо, шелк у ГГшек. Кейптаун. И все. Хорошо, что Кейптаун хочет. Блин, где он? Торговый путь и иудаизм. Ну, иудаизм вряд ли. А торговый путь, наверное... Где он вообще? Вот он.
еще один уран, то есть я могу еще одну... станцию построить. О, уже ко мне сколько бегать. Потому что нельзя с ГГшками торговать. Кстати, там Леша по науке-то первый. Так-то. Ага. Ну, я ученого родил сейчас с Веры. Смотри, жёг. Как... Еще один стоит, я говорю. Где еще один стоит? В Гонолулу. А, ну вот его я и сжёг. Так он же стоит сейчас. А, он уже сжёг, да. Так. Кто там лагает? Так, все построено. Аэропорт, чтобы из Венеции перекидывать детальки. Не, ну тут уже по-любому научная гонка, кто быстрее построит ракету, потому что тут не получится кого-то захватить. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.